Всем привет! Сейчас я хочу приготовить итальянский, очень нежный, вкусный десерт, тирамису. Мне для этого понадобится печенье савоярди, 15-20 штук, крем маскарпоне, 300 грамм. Специально я выбираю такой, чтобы уже, вот видите, что он идет для тирамису. 100 грамм сливок, желательно брать не меньше 30%, чтобы они хорошо взбивались. 30 грамм сахарной пудры, 20 грамм какао-порошка, 2 чайные ложки растворимого кофе, 200 грамм горячей воды. Скажу сразу, что сливки и маскарпоне должно у вас быть холодным. Так, в горячую воду отправляем 2 чайные ложки кофе. Если детки у вас не будут кушать этот десерт, то можно добавить немножко коньяка или рома. Тоже получается очень вкусно. Вот так все перемешиваем. Туда же отправляем 40 миллилитров сливок и хорошо перемешиваем. Грамм маскарпоне отправляем в чашу, туда же добавляем 100 грамм сливок и 30 грамм сахарной пудры. Ставим все взбивать, сначала на медленную скорость, потом постепенно скорость прибавляем. Взбивать нужно до мягких, до легких пиков, примерно время работы 5 минут. Вот так все хорошо взбилось. Перекладываю крем в кондитерский пакет. Можно это сделать и просто вручную, но мне нравится работать так. Вот такая красотень получается. И начинается самое интересное. Печенье савоярди обмакиваем в кофе и быстренько выкладываем. Работать нужно очень быстро, потому что печенье моментально у нас размокает. Буквально за секунды. Так проделываем со всеми печеньями. Делаем первый ряд. Вот так. Теперь я беру кондитерский пакет. Вот так, девочки. У меня вот такая насадка. Ей мне нравится работать больше всего. И выкладываю крем поверх печенья. Вот так. Крем выкладываем произвольно, кому как нравится. И сейчас выкладываем также второй слой печенья. Вот так вот. Что я делаю теперь? Я меняю насадку и выкладываю поверх печенья уже окончательный слой. Вот так. И сейчас поверх я посыплю какао-порошок. Вот такая вкуснотень, красотень получается. Теперь остается отправить все это дело в холодильник на 2-3 часика. И тортик готов. Получается все очень вкусно, а готовится все очень быстро. Пробуйте, уверена, вы останетесь довольны.